Ребят, ну у меня еще один дневной обзор, уж извините, так получилось, я сегодня приехал, точнее проезжал, приехал сюда, на центральный пляж, на Лазаревский, на Калипсо, на Лазаревский 2, и вот смотрите, какая сейчас обстановочка на пляже. Вот между первым дневным обзором, который я снимал в районе 12 часов, и этим, ну пошел, наверное, может, часик с копейками. Уже прошел даже дождик, я вам скажу так. Не часик с копейкой, а прошел дождик. И сейчас вышло солнышко. В связи с чем я решил припереться на пляж. И походу не я один. Купающихся я не наблюдаю. Вот если в первом обзоре вы увидите людей купающихся, то вот в этом нету. Хотя вот парочка, видите, в специальных комбинезонах. Я думаю, что они сейчас могут пойти поплавать в комбинезончиках. Температура воздуха, смотрел в машине, 19 градусов, плюс 19 сейчас. Про воду ничего не скажу, так как у меня отсутствует информация. Сегодня два дневных обзора, один пасмурный, другой солнечный. Лежаки, как видите, отсутствуют на пляже, точнее, они присутствуют на пляже, но они где-то там лежат в сторонке. Людей ни много ни мало, но есть. Как правило, наблюдающиеся. Вот ребята в комбинезончиках, хотя вода, все-таки, я думаю, все-таки тепленькая еще. Достаточно теплая. Девушка оседлала какую-то специальную палку для плавания. Я не знаю, из какого материала. И плывет себе потихонечку. Меня мочить не надо. В общем, такая ситуация сегодня. Ходят слухи, ребят. Не знаю, правда, нет, будет, не будет, но обещаю, точнее, ходят слухи, что будут штормики ближе к субботе. Посмотрим. Все, как говорится, за того. Зафиксируем. И все вам покажем. Если, конечно, никуда не смотаемся. Так что вот так этот обзорчик вы видите, конечно же, после первого. После пляжа Морская Звезда. Красиво. И вон еще мужчина пошел плавать. Так что погодка сегодня переменчивая. То пасмурно, то солнышко. Море матовое, не чистое. Температура, опять же, повторюсь, не скажу. Все, всем пока.